Привет! Да, привет, бай-бай! Бай-бай, до свидания! Слушай, Ваню! Иди в баню! Ой, привет! Да, пузик-тузик! Карапузик! Карапузик! Всем здрасте! Сегодня у меня, как вы видите, опять мой побрившийся гость. Сегодня мы придумали для вас такую интересную игру, как мне кажется, интересная. Я поискала в YouTube разные вещи, что можно сделать. В общем, что-то придумал, потому что он никак не может собраться и придумать для меня вопросы для того, чтобы узнать, насколько хорошо я его знаю, поэтому сегодня будем играть. В течение игры вы поймете, что игра это значит. Да, мисочку. В общем, здесь мисочка с вопросами. Назар будет выбирать вопрос, я его буду читать для того, чтобы было меньше переводить. И я надеюсь, он понял, как в это играть. Так что мы начинаем. Начинаем? Да. Да. Итак, читаю первый вопрос. Кто более творческий? Раз, два, три. Правильно. Давай следующий. Это он знал быстро. Кто дольше проводит время в ванной? Раз, два, три. Нет. 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 Кто более организованный? Раз, два, три. Это было и пеню понятно. Следующий вопрос. Кто готовит вкуснее? Раз, два, три. Я вкуснее. Это время, когда же мечтаешь, это мелах. Ну, я... Мелах. Ну, мазы кашу. Но мазы кашу, но я хочу ли это имя Охочу ли это имя? Мне все шукшук это то? Ну, без этого шукшук это то. Мне все... Паста мне все это то. Мне все паста это то. Он мамаш. Это будет интересно. Кто более спортивный? Ну, это спортивный? Раз, два, три. Они. Никто. Они. Они. Где ты спортивный? Они. Они. Это спортивный. Ба-ба-ба-ба-да. Следующий вопрос. Он никакой не спортивный, он все равно врет. Карапузик-тузик. Лёпси, кто лёпси. Дарит лучшие подарки? Раз, раз два, два, три. Ну это однозначно. Банек. Я ненавижу дарить подарки, потому что он всегда выигрывает и дарит лучшие подарки. Коль маши роца, Николай, коль маши Кто более романтичный? Раз, это был хоккей, хоккей, хоккей! Хоккей! Ну хоккей, папа! Они, 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 они. А вон хоккей, аж не я. В общем, мы поняли ответ. Я. Кто? Кто? Кто в доме хозяин? Раз, два, три. А давай же темно. А давай же не красавец. Мы шолет бабай, это кавана. Они? Конечно. Они тамид омер тамила ахона. In your dream, darling. Они тамид омер тамила ахона. Кен, Гави. Следующий вопрос. Кто более фотогеничен? Раз, два, три. Он более фотогеничный, однозначный. Я всегда это говорю, да. Он более фотогеничный. Кроме сегодня. Я не люблю, когда он побритый. Я люблю, когда он подстрижен, но не побритый. Я нет. Кто более стильный? Раз, два, три. Правильно. Давай. Давай, давай, давай. Давай. Кто более ленивый? Раз, два, три. Он во всем ленивый. Кто более экономный? Раз, два, три. Они любят. Они это хасхан. Это не хасхан, это хасхан это. Бема, они хосех הרבה יותר. У нас есть последний вопрос. Та-да-да-дам, да-дам. Кто более привлекательный? Раз, два, три. В общем, это на сегодня было все видео. Надеюсь, вам было интересно. Это была такая маленькая игра. Надеюсь, Нетцер скоро созреет и сделает свои вопросы для того, чтобы я подвечала, и мы узнаем, насколько хорошо я его знаю. Да? Адла пама ба. Адла пама ба, мата это махин шейлот.
כולם שואלים מתי אתה מכין שאלות, כי הם רוצים לדעת עד כמה טוב אני מכירה אותך. נו, אז מתי אתה מכין שאלות? עד לפעם הבאה. לא, אני אכין, אני אכין. שלום. Ну что, на сегодня это было все. Надеюсь, вам понравилась такая мини-игра, которую мы с ним играли. Отвал. Отвал. Bye-bye.